Акция, посвященная профилактике онкологических заболеваний, накануне прошла в Лангепасе. Организаторы этого мероприятия – волонтеры общественного движения «Выбор за тобой» и медицинские работники городской больницы. Их основная задача – привлечь внимание населения к собственному здоровью, своевременному прохождению разного рода скринингов, онкомаркеров. Волонтеры на улицах города раздавали тематические буклеты, рассказывали жителям о причинах, способствующих развитию опухолей, о методах профилактики и выявления на ранней стадии раковых заболеваний. Они убеждали людей, что онкология – это не приговор. Заболевание лечится, особенно если оно диагностировано вовремя. Мы как раз создаем буклетики населению, где написано о том, что очень важно соблюдать правильное питание, соблюдать ежегодно проходить диспансеризацию в больнице. Ну, то есть ряд, скажем, очень важных действий, которые должен делать каждый человек для того, чтобы избежать онкологии. В настоящее время в городской больнице Лангепаса на учете у врача-онколога состоит порядка 700 человек, в том числе дети. По словам медицинских работников, соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное медицинское обследование позволяет человеку снизить риск развития рака на 90%.